iForum – это место, где ежегодно собирается больше 10 тысяч айтишников. Лекции тут читают миллионеры, которые придумали успешные стартапы. Владимира Зеленского пригласили выступать в зале, который называется «Будущее». Людей тут собралось больше тысячи. Президент Украины Владимир Зеленский. Спасибо большое. Всем привет. Добрый вечер. Добрый день. Я немножко заработался. Я, конечно, в шоке, сколько вас. И сколько у вас телефонов. К этой публике Владимир Зеленский был более приветлив, чем к политикам, пришедшим на его инаугурацию в понедельник. Вот вы знаете, честно говоря, здесь гораздо приятнее, чем на Банковой. Я там 3 дня, а тут настоящие живые люди, так что спасибо вам, что позвали. Президент пожаловался, политики далеки от инноваций и показал пример, к которому хочет стремиться – робота всемирно известной американской компании Boston Dynamics. А вот эти чиновники, смотрите. И обратите внимание, вот куда они нас могут привести. Чего вообще не хочется. По старой привычке Зеленский публику развеселил. Но главное, зачем пришел? Найти интересные стартапы, которые можно будет применить в украинской политике. Он объявил, с понедельника запускает проект «Лифт». Каждый желающий сможет предложить свою идею и ее реализовать. За этой отдельной структурой, проектом онлайн, будет закреплена оргструктура, люди конкретные, которые будут анализировать это, общаться с вами, давать обратную связь и внедрять это в ключевые департаменты без большой бюрократии и в обход всему остальному. Диджитал-публика идеями Зеленского загорелась. А теперь все будут подавать свои проекты, все диджитализировать в стране. Вот мы как раз задумались над тем, с какими идеями податься в... Мы больше пилим финансовые сервисы, то мы, конечно, бы все расчеты с любыми госорганизациями в 2 клика, все в iPhone, и не ходить по Ощадбанкам, по Киевводоканалам, по Киевэнерго, чтобы люди забыли эти страшные слова. Правда, к прессе Зеленский не был так приветлив. Сразу же после выступления ушел в плотном оцеплении охраны. Журналист одного из украинских интернет-изданий рассказывает, что, пытаясь задать вопрос президенту, получил от его охранника удар локтем в живот. Юлия Горичева, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.